Если поставите 1000 лайков, нам будет чертовски приятно. Всем привет, это Top Watch. И сегодня по вашим просьбам мы пройдемся по номинантам и победителям прошедшей церемонии Грэмми 2020 года. Погнали! Конечно же, вначале хотелось бы сказать, что церемония была посвящена памяти баскетболиста Коби Брайанта, который трагически погиб в день вручения наград Грэмми. Ведущая церемонии Алишия Кис при участии Boyz II Men открыла вечер красивой песней, посвященной великому игроку NBA. We love you, Kobe. Boyz II Men. Итак, к основным наградам. В номинации «Лучшее сольное поп-исполнение» представлены Билли Айлиш – «Bad Guy», Лиза – «True Hurts», Ариана Гранде – «Seven Rings», Тейлор Свифт – «You Need to Calm Down», Бейонсе – «Spirit». И Грэмми получает Лиза за композицию «True Hurts». В номинации «Лучший рэп-альбом» представлены «I Am I Was» – 21 Savage, «The Last Boy» – YBN Cordae, «Игорь» – Тайлер The Creator, «Championship» – Мик Милл, «Revenge of Dreamers 3» – Dreamville. И Грэмми получает Тайлер The Creator за композицию «Игорь». В номинации «Песня года» представлены «Bad Guy» Билли Айлиш, «Always Remember Us This Way» Леди Гага, «Bring My Flowers Now» Таня Такер, «Lover» Тейлор Свифт, «Hard Place» Her, «Someone You Loved» Льюис Капальди, «Norman Fucking Rockwell» Лана Дель Рей, «True Hurts» Лиза. И Грэмми заслуженно забирает Билли Айлиш за песню «Bad Guy». В номинации «Лучший новый исполнитель» представлены Билли Айлиш, Black Pumas, Лиза, Йола, Мэгги Роджерс, Tank and the Bangas, Rosalia, Lil Nas X. И Грэмми в очередной раз отправляется к Билли Айлиш. В номинации «Альбом года» представлены When You All Fall Asleep, Why Do You Go? Billie Eilish, Norman Fucking Rockwell, Lana Del Rey, I, Bon Iver, I Used to Know Her, Her, Thank You Next, Ariana Grande, Cause I Love You, Lisa, Z, Lil Nas X, Father of a Bride, Vampire Weekend. И здесь интригу снова убивает Billie Eilish, которой награда уходит в третий раз. В номинации «Запись года» представлены «Bad Guy» Билли Айлиш, «Hey Ma» Bon Iver, «Hard Place» Her, «Seven Rings» Ариана Гранде, «Old Town Road» Lil Nas X и Билли Рэй Сайрус, «Talk» Халид, «Sunflower» Post Malone и Sway Lee, «True Hurts» Lizzo. И главную награду Грэмми 2020 года забирает, ну конечно же это она, покрашенная специально в цвет нашего канала Билли Айлиш. Она становится абсолютным триумфатором церемонии. Быстренько пробежимся по некоторым остальным номинациям. Лучшее поп-исполнение дуэтом или группой – Old Town Road, Lil Nas X и Billy Ray Cyrus. Лучший традиционный вокальный поп-альбом – Look Now, Elvis Costello и The Imposters. Лучший вокальный поп-альбом – When You All Fall Asleep, Where Do We Go? – Billie Eilish. Лучшая танцевальная запись – Got To Keep On – The Chemical Brothers. Лучший танцевальный электронный альбом – No Geography – The Chemical Brothers. Лучшее рок-исполнение и лучшая рок-песня – This Land – Гэри Кларк-младший. Лучший рок-альбом – Social Cues – Cage the Elephant. Лучший альтернативный альбом – Father of a Bride – Vampire Weekend. Лучшее R&B-исполнение – Come Home – Anderson .Paak и André 3000. Лучшее традиционное R&B-исполнение – Джером – Лизо. Лучшая R&B-песня – Say So – Пиджи Мортон.
Лучший R&B альбом «Вентура» Андерсон Пак. Лучшее рэп-исполнение Rex in the Middle, Nipsey Hussle при участии Roddy Ricch и Hit-Boy. Лучшая рэп-песня Jermaine Coyle, Dec Renache, 21 Savage и Anthony White. Лучшее сольное кантри-исполнение Ride Me Back Home, Willie Nelson. Лучшее кантри-исполнение дуэтом или группой Speechless, Дэн и Шей. Лучшая кантри-песня Bring My Flowers Now, Таня Такер. Лучший джазовый вокальный альбом 12 Little Spells, Esperanza Spalding. Лучший латино-поп-альбом El Disco, Alejandro Sanz. Лучший совместный саундтрек «Звезда родилась» Леди Гага и Брэдли Купер. Лучший саундтрек к фильму, сериал HBO «Чернобыль». Ну что ж, с вами был Top Watch с обзором церемонии Грэмми. И если вам понравился этот ролик, то не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайкусик. Удачи и до новых встреч на канале Top Watch.